Одно из самых ярких музыкальных событий летнего сезона – международный фестиваль Чайковского открылся в музее композитора в подмосковном Клину. Концерты, спектакли, выставки. Ожидается, что мероприятие посетят десятки тысяч зрителей. Участвуют звезды мирового уровня. Вот этот фестиваль как раз это такой тонус для того, чтобы здесь был настоящий концертный зал. Прекрасный, с настоящей акустикой. Хотя сегодня условия на улице мне не нравятся, кстати. Я очень люблю играть на открытом воздухе, тем более в таком великом месте. Так что я уверен, что Клин в самое ближайшее время станет таким брендовым местом во всех отношениях. Сегодня музыкальную сказку «Петя и Волк» представил симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета. В роли чтеца выступил Константин Хабенский. Что проглотил ее живьем. Это не первое выступление на свежем воздухе таким огромным коллективом, но мне кажется, что и с моей стороны, и со стороны музыкантов сегодня будет много импровизаций. Мне интересен этот жанр, и я стараюсь сделать так, чтобы он был интересен по обе стороны рампы. И уже традиционная церемония в день открытия фестиваля рядом с домом-музеем Петра Чайковского посадили дерево.